Как не надо приседать? Первое. Не используйте накладки на гриф. Ее использование не позволяет разместить гриф правильно, что может мешать повышению рабочего веса и, соответственно, замедлять прогресс. Проще привыкнуть приседать без нее с самого начала на маленьких весах, чем на больших. Номер два. Не надо приседать с рабочим весом без разминки. Разминка перед рабочими подходами включает в себя минимум два подхода с весом, например, 50 и 70% от запланированного рабочего веса. Номер три. Не надо слишком узкой или слишком широкой стойки, если речь про обычные приседания. Основной критерий правильной ширины и разворота носков. Вам должно быть удобно технично выполнять упражнения, и вы должны чувствовать работу целевых мышечных групп. Номер 4. Не надо полуприседа. Приседать нужно минимум до параллели с полом. Если вы хотите результатов, параллель с полом должна достигаться бедренной костью, а не задней поверхностью бедра, которая достигает этой параллели раньше. Номер 5. Не надо смещать упор с пяток на носки. Вы должны стремиться к тому, чтобы человек, который наблюдает ваш присед сбоку, видел, что блины на штанге движутся строго вверх-вниз, без каких-либо отклонений в сторону. Это значит, что гриф при приседании должен рисовать плоскость, перпендикулярную полу, а наклон спины осуществляется только в той мере, в которой он необходим для уравновешивания отведенного таза, не более. Номер 6. Не надо сводить колени при подъеме. Такое желание возникает из-за слабости приводящих мышц. Если не можете с ним бороться, снижайте вес. Номер 7. Не позволяйте подъему таза опережать подъем плеч. Номер 8. Не надо возвращать штангу на стойке путем наклона вперед. Это травмоопасно. Необходимо подойти к стойкам до момента касания грифа и опустить его вниз. Номер 9. Если спина здоровая, не надо приседать в смите. Приседание в смите и приседание со штангой – это два разных упражнения. Эффективность у них также разная. Смит – это локальное увеличение мышц в объеме. Штанга – набор массы тела ударными темпами. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!